Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого и продолжение партии за Персию в FFA на 10 человек, Sid Meier's Civilization 6. И если вы случайно наткнулись на это видео, то переходите к первой серии, ссылка в прикрепленном комментарии на весь плейлист. Там же есть все серии, которые могут увидеть спонсоры канала уже. Спасибо большое вам за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Нет, там у нас трирема я видел была. Пойду сюда пока. Наверное, не хочу табак обрабатывать. Хочу нефрит сначала. Потом мед вот здесь именно, в Гордиане. Как раз две смогу обработать. Так, мистицизм открыл. Так, сказал сначала карточку и сижу, смотри, занимаюсь... На клетку другими делами. В излучину реки. Видишь, я метку тебе поставил, куда бы я хотел. Ну, вообще, не хотел бы не выше стоять. У меня там сломается тогда район. О, Черное море. Ну, а ну Россию мы забанили, так что России тут не будет. База будет 3-1. Затезарение для обработки бронзы. Ниже кстати, ну, принципе, это вполне... Да, наверное. Решаемо. Внизу, конечно, хреново. Ладно, давай, окей. Так, ну тут... Этим надо отступать. Если я апну прачника... Блин, ну не должны его убить. Не должны. Так, еще минус лагерь и плюс 2 очка, но я походу все-таки не успеваю. Ой, слушайте, мне надо было сюда идти, блин. С этим лагерем надо разбираться. Вообще должен успеть, раз если там не появится юнит никакой, и встретить... Так, да, есть... А, я не могу... Блин. Черт, я бы мог корабли построить, но нету ни одного города на побережье, вот и все. Эх. Эх. Так, тут на самом деле появилось уже счастье. Так, в Пасаргадах. И руинку я не нахожу. Да, был бы город на побережье, я бы просто строил эту... Обработку бронзы ускорил, выполнил задание. Строил бы корабль и выходил бы в золотой век стопудово. Потому что тут я граблю. Разгоняю, точнее. Еще. А, даже 3 дали. А, слушайте, может мне за это 3 дадут? Потому что он близко. За это 2, потому что он далеко. За это так, слушайте. Мне главное, чтобы... Он же встанет сюда, я не успею, воинов, похоже, да? Заспавнил, блин. Черт, совсем чуть-чуть не хватает для выхода. У ворожу дал точку. Почти. По-моему, не знаю, кстати. Нет. По-моему, нет. Так, ну. Кашфорк, тебя устраивает там метка? Да, да, ставь. Давайте строители здесь. Я бы еще хотел вот в городе вот железо выкупить. Просто у меня пантеон, понимаешь? Так, у меня остается два хода, 29 и 30. Дай бог, чтобы этот прачник ушел, тогда... Не вижу там нигде железа.
О, Хатусу я первый встретил. Ну, пожалуйста, третий уходи. Радиусом. Уходи туда. Иди да. Там на китайца нападай. Ну, твой третий пожалуйста. Радиус, мой третий радиус. Блин! Ну, окей. Но только я в твою сторону военник поставлю. Да, ну, точно нет уже. Я точно не успею это все собрать. В принципе, вот как раз рядом с этим железом. Это же ж, блин. Чуть-чуть. Катастрофическое извержение. Хатуса, приятный город, был встречен. Так я вот тут встану, просто чтобы засвечивать. На самом деле, если вот тут будут появляться варварские лагеря. Ну или. А, вот тут, кстати, плохо. Я же сюда хочу город ставить. Так. Значит, это вот мы сюда ведем. Да, жаль, чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, в принципе, дает два единицы, которые были открыты, но не имеют ваших улучшений. Ну, в принципе, нету смысла пока союзить. Это если у вас какого-то ресурса реально не будет. Блин, озарение для письменности. Надо отменить письменность. Да, блин. Не успел. Ну, поселенцев, наверное, продолжим делать. В принципе, расселяться надо. Да, к сожалению, чуть-чуть не хватает. Не появился бы здесь воин, ушел бы прачник. Это был бы золотой век. Тут встану. Я, наверное, в защиту встану просто. Эх, фак. Строители. Юниты. Блин, что ты хочешь, тут меня обстреливаешь все. Так, железо где появилось? Нормально. Стою здесь. А, дальше пойдем в военную традицию. Миттел, займи, пожалуйста. Тут постоим. Тут пойдем исследовать. Так, ну, в общем-то, все понятно. Вот этот, не знаю, даже можно сказать, полуостров мой. Там явно проход на континент, но не могу туда пробраться, и мне пофигу на нее, потому что у меня есть... А ты 29 вернешь? Да уже... Ну ладно, сейчас тебе верну 29. Не надо было раньше. Долго думаешь. А, да я не заметил. Ну я тебе в чат сказал вроде как. Ну, значит, еще и не услышал. Слепой и глухой. Ничего не вижу, ничего не слышу. Ой, это про меня. И монитор выключен, наверное, да? А как иначе? Разве... А по-другому что, играть надо? Я... Можно, да, можно. Есть эти методики. А что, лучше так или что, как? Ну, на любителя, конечно. А если я включу и отвернусь, норм будет? Не знаю, расскажешь. А, ну все, пробую, значит. Так, ну, в общем-то, меточки расставил, куда города ставить. Ну, тупо занимаемся расселением, то есть тупо строим поселов. Я даже в Гардиане потом начну сейчас посела строить. В принципе, у меня армия есть, от варваров отбиваться норм. Городов много надо поставить. Я бы, наверное, и сюда ставил.
И сюда ставил. Все красиво. Три очка дали, да. Если бы разогнал, было бы как раз трех очков мне не хватило. Золотого века. Ну, давайте встретим Египет, походу, все-таки, а не Китай. Здравствуй, молочко. Здравствуй, Алексей. Я, наверное, даже не буду, наверное, у него тут клетки выкупать особо. Блин, ну опять из-за лага лаганул этот. Ладно, пойду скаутом. Так, ну все понятно, в общем-то. Сюда влазит ли город? Раз, два, три. Мы будем дружить. Несомненно. Я вас понял. Если ты ниже не будешь селиться. Ну, если только вот чуть-чуть левее твоего скаута один, и все. Ну, там, наверное, можно. На реке вот здесь один. Вы как смотрите на это? Ну, меточку поставь. Да, я понял сейчас. Ну, по идее, я где-то тут еще должен влезть. Если он там поставил, то... Да, ну следующего я, наверное... Блин, ну француз, ну... Ну чё ты вот тут... Руан поставил... Блин, извините, я, конечно, спалил, но... Чё ты город так поставил? Даже не спросил. Лёша, так, я поставил метку. Я, если туда город не поставлю, у меня столица... Прям заходи, не бойся. Нет, я понимаю, что заходи, не бойся, но ты мог поставить поближе, я бы поставил город. А на одну клеточку выше, вот я бы... Хотел вот без здесь проблем. Сейчас покажу, где я хочу. Я понял. Одну клетку левее. Я просто там... А, все, я вижу. Хорошо, я выше поставлю на одну. Ну, то есть мне тут удобнее, сами понимаете, хотя бы... А я там перекрыл, да? Давайте стрельбу из лука. Тут я хотел. Интересно, я и думаю, ну, вряд ли что сюда куда-то будешь ставиться. Я такой, ну... А, ты выше. Так слушайте, это лагеря. Тут, там тундра дальше. А я на плантацию взял. Блин, так это лагеря в итоге. Ё-моё. То есть. Ты сказал, а то я что-то. Сказал, ну блин. То есть мед обрабатывается все-таки лагерями, а не плантациями. Блин, я нафига на плантации взял. Ну, плантации тут как бы тоже много, но мед-то получше. Я мог взять пантеон на лагеря как раз. Блин. Мило, как несё, что я сюда город поставлю? Это обидненько. Так. 10 ходов. Сколько сюда будет идти? Если только выше. 7. Так, пойду. Ладно, давайте сначала тут поставим город. Да, туда идет мой город. А, теперь сюда лечимся. Лечимся. Я даже могу это железо у него не выкупать, потому что у меня тут свое есть в этом городе. Так, слушайте, что-то не могу сообразить, куда мне лучше этого посела вести. Ну, тут продолжим. Ну, наверное, сюда. Я бы тогда этого туда повел. Что тут? Так. Ну, в общем-то, тут все исследовано, получается. А куда ты проходить собрался?
Кто там храм Артемиды построил? А Челине вверх от тебя, Форк? Да. Храм Артемиды Михаил построил, да? А как же. Так. Ну, это раз сходим, глянем пока, что там. Блин, Катя, надо бы сюда какой-то юнит привезти. Давайте, наверное, скаута. Потому что, ну, тут лагерь варваров. Надо будет как-то защищать. Так, тут стоим. А где у нас еще скаут? Ага, тут лечится пока. Так, и дуболом здесь. В общем-то, все исследовано. Черное море, конечно, около Антарктиды. Зашибись. Блин, ну тут пустое место, видите? То есть тут как-то где-то надо будет тоже город ставить. Без пресной воды вообще. Так, эту можно убрать меточку. Ну, выглядит в плане расселения все это неплохо. Теперь городов огромное количество, мне их... Да, круто. Жестко. Капец. Мне их как-то надо... Ну, может, не надо? Это знак тебе, что сюда не надо. Да, не надо в 4-й радиус столицы ставить город. Давайте, наверное, овец, а потом мне табак. Место на а, табак у нас появится здесь. Убило. Так, каменная кладка есть. Ну, деньги, пожалуй, нужно. Кстати, что с торговым путем? Сколько он стоит? А, я политическую... Так, подождите. А где у нас вообще торговые... Видимо, вот здесь торговые пути. Так, а еще исторические хроники? Давайте вот сюда. Вот тут торговые пути у нас... Мне еще политическую философию надо найти, там дополнительный торговый путь. Но мне надо, конечно, между своими городами. Ой, блин, чуть не уронил кофе. Так, ну, приблизительно понятно. Можно возвращаться, я думаю, отсюда. Блин, опять мискликнул... Должен был так прачник проходить. Может, мне тут лучше остаться, кстати, этим дуболомом. Наверное, тут останусь, вот сюда пойду. Так, трудовую повинность открыли, но, наверное, не меняю. Оставлю пока против варваров. Отличная игра. Сначала посел убило наводнение, потом мискликнул, и посел пошел не в ту, другой посел не в ту сторону пошел. В сторону варвара. Искатель, что, забрали? Я могу этот город, ну, точнее, варварский клан замочить. Ну, один посел умер, второго сейчас варвар заберет. Thank you.
Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Суперспасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Так, что у нас с ромашкой? Я бы ромашку вот тут организовывал, получается, с этими... Вот с пасаргадами и этими двумя городами. Так, ну амбар не нужен. Я, наверное, продолжу тут поселенцев... Как бы у меня именно сейчас надо расселяться и все. Куча места. Пока. Так, деньги откладываем. Ну вот, международный торговый путь. Просто торговый путь. Вот. Кстати, я есть другой континент не нашел. Такую большую территорию открыл, нет другого континента. Класс. Ну, кстати, Египет в соседях это еще один плюс, потому что к Египту очень приятные караваны бегают на еду. То есть я сначала буду внутренние пускать, а потом к Египту внешние приятные караваны. Ты хорошо сюда подошел. Милый варвар. Так, стою здесь пока. О! Вот у нас появились, пошли сюда разбираться с тигровым, тигровым клыком. Тигривым. Да, но этот посел сюда пойдет точно. Так, тут железо. Тут, наверное... Так, а есть чем с Египтом торговать? Нет, мы на одном континенте, у него то же самое будет. Давайте, наверное, железо пойду обработаю тоже. Да, конечно, я с пантеоном лоханулся, откровенно, ребят. Надо было... Ну, короче, я забыл, что мед не плантации, и плантации не надо было брать. В общем, вот так. Он, кстати, Египет Пингалу на культуру прокачал. Я не думаю, что он откуда-то еще мог взять свою культуру, кроме как прокачать Пингалу на культуру. Я, наверное, пойду разбираться с этим. Тут сейчас будет появляться куча юнитов. Явно. Алексей, подскажи, пожалуйста, а рядом с Тарсом лагерь есть какой-нибудь? Нет. Варварский? Нет. Вы просто хотел караван пустить, но боюсь, может, он разграблен будет или нет. Нету. А, ты, блин, я не на ту кнопку нажимаю, говорю, нету никакого лагеря. Нету, вот да? Этого скаута убить, и нету варваров больше. Спасибо. Обработка железа открыта. Нет, еще не открыта. Караваны можно создавать. 110. Подождем, купим. Тут буду просто стоять, чтобы не давать варварам.
Мне кажется, этот лагерь Аккад убьет, скорее всего. О, политическая философия. Блин, жалко, 3 ГГшки они найдут. Потому что, видите, нет у меня ГГшек больше здесь, очевидно. Кстати, кто как думает, какая карта нам выпала? Мне кажется, континенты. Да, похоже на континенты. Либо континенты и острова. О, Хатуса с этим пошла тоже разбираться. Что я тут хочу этим обработать? Ну, наверное, все-таки... Блин, ну камень как-то... Почему мой варвар, то есть мой поселенец варварский, бежит в сторону другого игрока? И от своего, ну, лагеря. Предатель. Не нравишься ты ему чем-то, видишь? Блин. А пасаргады сам 3 хода. Ладно, постоянно, потому что я хочу деньги на караван потратить, а не на покупку клеток. Ладно, давайте камень обработаю. Хотя сейчас это не особо выгодно. Так, ну этот у меня посел пойдет сюда, этот сюда, этот туда. И тут еще останется место одно. Ух ты, у нас тут замес происходит. Прям... Ну, сузы не берутся квадриремой, то есть я поэтому и не беспокоюсь, что он ее обстреливает. Так, стоим, ждем. Дружба. Монумент в Тарсе. Строитель. Так, торговца пока не, все еще не могу купить. Блин. Давайте. Может, у... Отдолжим денежков. Египет, дай в долг 11 монеток. Даю. Спасибо. В Балхе покупаю, чтобы тут быстрее строилось. Хмир, мы продлеваем дружбу? С кем? С турком. Ну, чё вы, чё вы палите все? Так я ходов 5 назад кидал дружбу. Вот все да приняли, а ты нет. Да, блин, лучник пришел, квадрирема, твою мать. Ну ладно, тут так будем стоять. Взяли, убили просто прачника на ровном месте. Так, деньги тоже открыли. Верховую езду сначала. Я бы поставил карточку и в Сузах и Тушпе построил бы эти... ну, галеры. Хатуса, к сожалению, лагерь.
разобрала. Так, то есть у меня уже 6 городов. 9. То есть как минимум 10 я поставлю, нифига себе. Мне это нравится. Ну, то есть и довольно быстро, то есть я тут не занимался какими-то проблемами другими. У меня так получилось. Единственное, что откуда мне науку брать, пока непонятно. Как бы тут у нас... О, леса горят. Вот у нас только есть под кампус. Давайте еще глянем рифы. Может, я не заметил еще нормальные рифы где-то. Так, одно место. Тут только плюс 2. Ну, собственно, все, да? Да. Это шкадрилья, да, стреляющий. Так что город не заберется. Так, значит, этот я решил вести сюда. Так. Нет, подожди, может... А, этого туда, да. Значит, этого я поведу туда. Да, тут, конечно, вот этот остается город. И я думаю, стоит ли мне еще одного посела строить туда. Или уже начать... Или уже построить и... Все, да ладно, построю, все. Так, политическая философия открыта. Еще одного торговца надо будет сделать. Принимаем античную республику. Нет смысла, нету ни одного района. Так что я бы взял... Я бы взял олигархию, пока там с варварами воюем. Плюс 100 морских юнитов. Наверное, создание строителей. Так, дальше пойдем. Драма и поэзия. Ну, давайте теологию. Я религию точно не буду создавать. Надо ее открыть, я думаю. О, ко мне уже бегает. О, правда, ничего не дает. Египетский караванчик. Не видно силы соперника, потому что отключена военная победа. Так, тут давайте в очередь сразу поставлю галеру. Тут стоим. В Тарсе чисто на производство. Так, в Гордиане... Сразу в очередь строителя, пожалуй. Или караван. Не, я бы торговца все-таки в Пасаргадах делал. После поселенца. Так, что я там хочу ускорить? 3 спецрайона, 2 морских ресурса, водяная мельница. Это вообще киты есть. Тут будет янтарь еще. Не, вообще территория неплохая, но опять же повторю, что это скорее всего изобильные ресурсы, поэтому я думаю, что у всех неплохое все. У всех все неплохое. Интересно, почему Египет решил через культуру вначале идти? Разных спецрайона. Так, а здесь что-то было. 2 кампуса, чудо света, военный лагерь. Нет, ничего. Пока ничего из этого не делаю. И мне бы и в посор... Так, давайте думать на... А, блин, тут у нас, кстати... Раз, два... Да, вот тут, мне кажется, ромашка вот так вот надо делать. Вот здесь, то есть сюда мы ставим. Блин, а что мы тогда?
Блин, не совсем. Тут надо с дамбой что-то решить. И... Хотя нет, дамба вот здесь придется в тушпе. Значит, этот у нас сюда идет. Паренек. Мы стоим, пускай атакует. Не хочу сюда выходить, потому что... Слушайте, давайте я отойду вот так. Пускай он сюда войдет. Потому что там эти... Квадрирема и лучник. Так, давайте пока навигацию. И мне надо что-то открывать 5 ходов. То есть давайте теологию пока отложим. А тут... Так, давайте военную подготовку еще 2 хода пооткрываем. Что там ГГшки хотят? Акад хочет полководца. Это вряд ли. Что по великим людям? Я смотрю, Египет еще ни одного района тоже не построил. Да. У Египта ни одного района. Уже 3 религии принято. Буддизм, пища и защитник веры. Индуизм, храмы на культуру и одну лапу за каждых последователей. И православие. Фига себе. А, так это Египет. Блин, трудовая дисциплина. Сколько ж там веры у Египта? Семнадцать. Ну, как-то уже укрепил ее. Прикол. Так, здесь мы, наверное, начнем... Наверное, с железа. Вообще, ну, вы смотрите, какие у вас клетки обрабатывает сам город по себе. И можно определять, какие сначала надо обрабатывать. Но тут еще надо понимать, что плантации, фермы и пастбища дают 0,5 жилья. То есть, видите, в Тарсе я могу обработать скот и табак, и у меня будет 6 жилья. Знаешь, что забавное? Ты сказал это прямо перед тем, как я собирался нажать кнопку. Ну, сам подумай. Ну, мы упоримся сейчас просто. Упоримся, но ты мне испортил игру, я испорчу тебе. Е-е-е. Начинается. Не, ну а чё? Как вам объяснить? Ну, корочка, это часть игры, да? Там дальше тундра, а чё мне делать? Блин, может мне здесь посидеть? Не, 16 ходов вот долго. Скажи, что мне делать? Ладно. Строй домики. Древние стены давайте построим. Строй домики вот на... В тундре. На холмах и в тундре. Не знаю, что ты русский. Если вот найти баф на русского, я пойду в тундру. Там как раз чудо самое лучшее на русского. Ну да, чудо тут классное, не спорю. Еще но одно извержение знаю, и поломало мне табак, да? Ну мы можем, конечно. Ну да. Что, без счета или со счетом? Ну как, ты успеваешь грузить? Ты прогрузился? Да, да, все, начали. Ты что, ну без счета, я подумал как-то. Так, давайте так идти, потому что надо аккуратненько. Уф-уф-уф, прилетает, та жёстенько. Так, Молочко, у меня к тебе просьба, ты можешь своим скаутом ближайшие 3 хода вниз не идти, ты мне будешь мешаться там просто. Ты мне дашь проход, тогда я пройду правее. Ну конечно, мы друг другу дадим проход, нам надо же города открыть. Да, давай. Не просто, пойду. Просто вниз пока не иди, ты же чудо уже открыл, а я как раз да. Там город веду, и ты будешь мешаться мне. Хорошо, я понял. Слушай, это все, что у тебя есть из юнитов? Просто так, ради интереса интересуюсь. Интересуешься ради интереса? Просто так. Просто так. Я просто хочу понять, долго ли я выдержу. Потому что я понимал, что будет, но не так быстро. Я немножко переоценил себя.
Слишком много домиков. А что, Гордиан да, умирает? Да, многовато, честно признаюсь. Так. Ну, надо что-то уже решать с районами, вообще-то. Так, в Балхе, по идее, на плюс 2 только максимум, да, кампус? Как так горы встали очень неприятно? Ну, в плане никакого бонуса нету, да? Ну и, соответственно, раз плюс 2, то тут нету смысла, потому что будет ломаться, тогда сюда надо. Как тебе? Я быстро, в принципе, гружусь. Хочешь, да? Я вроде бы тоже, наверное. Считает кто-нибудь? Так, что у нас по промышленным зонам? Не, ну как бы мне все равно. Дамбу, я считаю, надо здесь ставить. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас. Ссылка на плейлист со всеми сериями в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.